Работники домоуправляющей компании в новогодние праздники оставили пенсионерку в советском районе без тепла. Нине Лебедевой заменили АГВ, но газ так и не пустили, так как нет акта, который работники ДУКа выдавать не спешат. В результате температура в квартире пенсионерки всего 13 градусов. На мне кофта, там еще теплая кофта, на мне куртка, зимние сапоги. Вот так я хожу. Температура у меня доходит до 9 градусов. Вот этим я спасаюсь в зимнее время. Я в 2 часа сегодня, с 2 часов у меня горелки горели. У нас дом без подвала. Первый этаж. Дует, вот видите, я хожу в зимних сапогах дома. Только на ночь снимаю я их. Только на ночь. А ложусь спать я вот так вот. Ставлю вот так кастрюлю на газ. Вот этим я и обогреваюсь. Вот видите, от воды пар идет. Я теплую воду наливаю через воронку в этот, в бутылку. И под одеяло я эти бутылки с горячей водой я ложу, в ноги ложу, ложусь и ложу по обе стороны по бокам. Вот так вот сон. Можно так спать на старости лет. У меня сломался АГБ. Я добилась через администрацию, квартиры муниципальные, чтобы мне привезли. Мне сейчас нужно акт на дымоход. А я не могу добиться акта. Я 2 неделю уже хожу, ничего нигде не могу добиться. Нет, нет, и все. Ветеран я с 88-го года. Есть медаль. Вот, пожалуйста, удостоверение к медали. А внимания никто не обращает. Это просто издевательство. Потому что мы не требуем особых почестей. Вот хоть бы самые необходимые нам бы дали. Чтобы нас не гоняли, не футболили. Вместе с нашей съемочной группой Нина Лебедева отправилась в домоуправляющую компанию Советского района. Там заявили, что к пенсионерке работника они направляли. Мы с вами по телефону дали заявочку в спецсервис, чтобы они к вам вышли составить первичный акт. Вы им оставили свои координаты, оставили свой телефон. Она выезжала к вам в субботу, но она говорит, я подъезжаю к дому, чтобы уточниться еще раз. Говорит, набираю номер ваш телефон, вы оставляли сотовый телефон, трубочку никто не берет. Оставляйте координаты те, к которым вас можно дозвониться. Вы завтра будете дома? Я всегда говорю дома. Я вас конкретно. В 10 вы будете дома? Дома буду, и в 8 буду дома, и в 6 буду дома. Чем раньше, тем лучше для меня. Завтра выйдут к ней в первой половине дня. Проверит, если дымоход исправный, все там в норме, они ей выдадут акт на руки. И с этим актом она уже будет обращаться в газовую службу на подключение АГВ. В общем, как нам только что сообщила пенсионерка, тепло в ее квартиру уже поступило.